самому бизнесу, я пытался разобраться, как-то там все очень сложно, запутано, но наверняка нужно в этой ситуации писательство разобраться, что так делать надо, потому что подняться вроде как уже должен где-то вот остановиться. Да. Ну, они, во всяком случае, вот так угрожают, что вас остановят. Сколько я Вот ждал этого вопроса, вот папка. Да. Значит, ну, начну с того, что значит, остановки завода «Фарнакс» ни в коем случае значит, не допустим. Да, там сегодня есть серьезные конфликты между сособственниками группы компаний «Сахо» и руководителем этой компании Скурихин Павел Валерьевич вот неделю назад был на приеме у губернатора, значит, по приглашению, потому что, ну, тоже, значит, надо было разобраться, что же там происходит, потому что эта компания «Сахо», это крупная, очень крупная компания, она образована еще в 2000 году, у них большие и площади, несколько сот тысяч гектаров они на территории России являлись либо собственниками, или арендаторами, десятки предприятий, элеваторы, мукомольные и хлебопекарные предприятия, в том числе и в Новосибирской, и в Омской области, ну вот в частности «Фарнакс», в Ульяновской, Тульской областях, Алтайском крае и так далее, и так далее. Значит, попали они в кризис 2008 года, я вот эту информацию могу вам даже дать. Чем ее зачитывать, значит, поэтому... Резюме вот какое. Сегодня, значит, вот между этими сособственниками, либо привлеченными лицами, фамилии там, значит, вот я назвал фамилия Скурихин, Маевский, да, вот прежде всего, они его в начале 2013 года, читаю, акционеры «Сахо» привлекли инвестора, московского предпринимателя Леонида Маевского, который взялся в обмен на контроль над компанией решить проблему задолженности и профинансировать производственный цикл предприятий в полном объеме. Вместо того, чтобы сосредоточиться на финансовом оздоровлении компании и так далее, менеджеры ввели предприятие «Сахо» в процедуру банкротства. Ввели. И сегодня, значит, компания «Сахо» передала, значит, дела. Значит, сейчас я скажу, значит. В декабре 2013 года в ФСБ РФ по Новосибирской области в Генеральную прокуратуру подано заявление в отношении одной группы лиц, в отношении других лиц, в отношении о мошенничестве, по фактам мошеннических действий, связанных с выводом имущества, активов, целью хищения денежных средств в «Сахо», ну и так далее, и так далее. Поэтому, значит, когда дела находятся уже в правоохранительных органах и в следственных органах, значит, давать какие-то заключения, это не очень и корректно, и неправильно. Значит, мы ситуацию, естественно, будем отслеживать. Значит, и как бы ни повернулись вот эти вот разборки, значит, там кто-то вопреки, как говорят, или в отместку, или как-то, говорят, в противопоставлении вот эти, коль две группы, как говорят, лиц, значит, начнут выяснять отношения, значит, и начнут пытаться выводить там денежные потоки, как говорят, от выручки того же предприятия «Фарнакса», значит, то, значит, мы, естественно, ситуацию будем отслеживать, и остановки завода мы, ну, не допустим, найдем способы, каким образом это сделать. В том числе, и вот я вопрос тоже задавал Скурихину, хорошо, сегодня вот финансовые потоки идут через группу Маевского, а если вдруг там, говорят, решение суда, и он повернет их куда-то, вы-то должны тогда гарантировать работу этого предприятия своими активами, в том числе и денежными ресурсами. Да, мы эти меры предпримем. Поэтому вот информация, которая есть, я могу ее передать, значит, тут даже вот заявление акционеров группы компании «Сахо», в том числе и в средства массовой информации, ну, я не знаю, корректно это, некорректно, как говорят, я им советовал направить его, как говорят, поэтому, значит...